Всем привет! Вы на канале Mist Employee, мы продолжаем Stardew Valley. Сразу говорю, комментариев я еще не видел, так как еще даже не вышла серия в понедельник. Да, я понимаю, это серия на четверг, но еще пока она не вышла. Следующий, думаю, уже выйдет, но не факт. Не знаю, когда буду записывать, на пятницу. Так, что у нас было в прошлый раз? Я посмотрел, немножечко пробежался по Википедии, открыл именно Вики, там не будет никаких спойлеров. Ну, есть, конечно, спойлер, я знаю, что будет и Иридиевый Сплинклер. Следующий там какой-то... Ну, Иридиевый — это последний, аж 24 клетки вокруг. А меня второй интересует, который 8 клеток. Ну, по одной клетке вокруг себя поливает эту клетку, на которой сам находится. Я не знаю, правда, могу ли я под него посадить растение, это я не прочитал, но как бы не так важно. Но он из золотых слитков. Пумпушка очень просила положить кварц. И из-за этого, Пумпушка, всё для тебя. Кладу иду кварц в печку. Потом мы все это поливаем и делаем... Кварц положен. Кстати, почему-то один кварц положен. Я думал, его больше будет. Если он будет по одному плавиться, тогда надо будет еще печки делать. Так, нам нужна лейка, чтобы все это полить. Нам надо посмотреть телевизор обязательно. Королева соуса. Что-то нам сегодня... Блины я часто готовлю. Что-нибудь замысловатое, но есть что-то успокаивающее в обычных блинах. Обильно полейте теплую стопку блинов кленовым сиропом и щедро намажьте маслом. Вы научились готовить. Блюда я научился готовить. Мне бы еще кухню. Кстати, я так и не посмотрел, где добывается глина, прикиньте. Говорю, я обязательно посмотрю, где. Я по-быстрому пробежался, думаю, о, катка. Все, я прочитал о катке, то, что да, действительно. Так, здорово, молодежь. В горле у меня сухо, как в пустыне. Мне нужно промочить его световым элем. У тебя есть? Обычное пиво тут не сработает. Нужен световый эльф. Эльф нужен световый. Нет, нету, я не буду принимать задание. Так, у меня много дынек, и это хорошо. Потому что, так не надо было поливать. Нет, здесь я полью обычным способом. Набираем. Почему он вот две полил? Здесь сплинклер полил, а не он. Чё я туплю? Так. Я не буду пока переставлять сплинклеры, которые у меня есть. Кстати, сегодня воскресенье, торговка в лесу есть. Но у меня нету денег, если только бежать в магазин и продавать дыни сразу туда. Но я, правда, не понял. Про катки написано то, что... Это работает, во-первых, то, что туда не надо класть со звездочкой. Это можно было и так догадаться. Да, я положил помидорку со звездочкой, но это было так. Просто, чтобы она работала. Только я не понял, там написано, то есть это работает, если только сама культура по себе дешевая, тогда это выгодно. Если культура дорогая, то есть вот касательно дынь. Дыня вроде как дает очень много энергии, наверное, является дорогой культурой. Вопрос, есть ли смысл ее переводить в джем?
И да, к сожалению, я собирал на мост, но эту древесину, которую я собирал на мост, я сейчас потрачу на катки. Пумпуш, извиняй, но как бы, опять же, я шагаю так, как я пока не вижу смысла в новой локации. У меня и так работы, образно говоря, хватает здесь всего, что, ну, чем заняться. Так, блин, 6 по 113 энергии. Шикарно. Так, что нам надо на катке? Я хочу достаточно много кадок. Блин, мне угля надо много, для этого нужна шахта. У меня много кадок не выйдет сделать. У меня 15 угля. Так, ну одну-то выйдет сделать, правильно? Еще. Выйдет камень. И дерево. Хотя бы одну еще сделаю. Да, угля осталось 7, чисто на переплавку. Значит, возможно, мы все-таки мост восстановим. Видите, сам себе противоречу. Так, это что мы получили? Очищенный кварц мы получили. Закинули еще один. О, варенье готово. Маринованный редис. Давайте проверим дыньку. Сколько она? Ой, это ж не туда. Это мы возьмем на продажу. Сюда мы выкладываем это. Далее, что мы? Жиоды мы возьмем сейчас. Нет, это не будем брать. Жиоды. Мы возьмем блатной персик. Он нам нужен положить в эту. Мы возьмем хмель. Я не знаю, можно ли хмель замариновать. Но я думаю, 20 хмеля мы переработаем. Если что, у нас хмель еще будет. Возьмем вот этот, возьмем вот эти 6 на продажу, опять же. Возьмем пшеницу на продажу. Хотя, скорее всего, ее выгоднее бы было перемолоть, но мы возьмем ее на продажу. Мы сейчас, я хочу продать и сбегать так. И 2 перца возьмем тоже на продажу. И помидор, и 2 этих. Да, вот так вот. Вот это, короче, все продаем. Ну, кроме катки. Кстати, катку надо сразу поставить. И что-нибудь в нее закинуть. Например, обычный перец. Вот. Выложить его. Обычное я оставлю. Опять же, для мариновки. Мы сейчас бежим до магазина, продаем все это в магазин и бежим в воскресенье, ищем торговку. Я не знаю, она всегда там в лесу бывает? Вы мне сказали то, что типа, чего ты к ней не ходишь, но я так и не понял. Она всегда в одном месте, именно там? Или у меня футболка хромакеец, что ли? Ну вот. Что странно, вроде она совершенно другого цвета, нежели хромакей, но... Так. Сколько ты один? Нифига себе. 1375 на 5. Это по 2. Нифига ты стоишь. Подождите, это сколько получается? По 250... По 275? Да, по 275 одна дыня стоит. Такая аж 412. Блин, дыни очень выгодные. Не, я продаю, конечно. Джем из редиса. Так, это не тебе, да? На 3400, неплохо. Карау, надо было этому нести. Я не понесу сейчас. Хотя, почему бы и не занести? Наверное, пойдемте разобьем живоды. Денег хватает. Можно, кстати, даже заодно отдать топор. Или кирку. Не, наверное, кирку. Пока что нам кирка не особо нужна. Топором мы, возможно, сейчас и будем дорубать деревья в этой серии, чтобы все-таки восстановить мост. Планы, видишь, снова поменялись. У меня планы здесь меняются в этой игре. Так, расколоть. Во, глина. Может, я глины добуду, а? На силос. Дайте еще глины. Еще одна глина нужна. Да глина нужна еще одна. Да не уголь глины дай. Это что за какашка? Глина есть. У нас есть 5 глины. Мы можем сделать силос. Все. Опять отменяется мост.
Ой, я представляю, как это убого смотрится, ребят. Я понимаю прекрасно, почему некоторые могут гореть на моих летсплеях, потому что я меняю свое направление моментально. Так, передать находки музею. Давай, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, у тебя забрать подарки. Семена карамболес. 13 дней, блин, успею, нет. Стоячая жеода может быть выставлена в качестве украшения. Интересно. Блин, семена 13 дней. А что у нас сейчас по графику? Сколько у нас осталось? Нет, в принципе, 13 дней у нас больше, 2 недель осталось до конца. Забрать. Эбигейл. Ой, Эбигейл, Эбигейл, стой, 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 стой. Ты всегда голодная. Я других не выбираю. Я ее закидываю душистым перцем. Может показаться, что я просто девочку мариную. Ну как, свинину в душистом перце, говядину там. А зачем я забежал сюда, подскажите, пожалуйста. Так, кальцит. Подождите, а разве он мне о нем не рассказывал? Почему я его не мог? Он у меня вроде не подсвечивался, чтобы его передать. Такое чувство, что я его уже передавал. Так, сейчас посадим вот эту карамболу. Одна семечка, правда. Ну, ладно. Вот давайте вот сейчас ее... Блин, я же... А, ну я ей все равно бы не смог отдать, потому что я с собой медь не взял. Так. Мотыга мне нужна и лейка мне нужна. Секунду, а где лейка? И лейка мне нужна. По-быстренькому сейчас карамболу эту посадим. А, 14 число, нормально. Вот сюда. Далее. Семена. Все. Карамбола растет. Далее. Я не знаю, давайте вот куда-нибудь вот сюда поставлю, пусть на входе стоит. Да, давайте я сбегаю, отдам кирку, он все равно ее будет несколько дней. Не успею, он до 4. Он же до 4, да. Я не успеваю. Так, что мне нужно было на... Она до 6 вроде работает, может быть я успею силос поставить. Мне нужна глина, вроде бы там 5 надо было. Или 10. Блин, не помню, честно. Я не помню, что там нужно было. Так что я возьму вот так вот. Побегу я через верх. А почему ты так медленно бегаешь? Потому что, если что, я на обратном пути зайду, восстановлю энергию до конца и буду второго сегодня рубить дерево. Блин, или там 10 глины нужно было. Я не помню, если честно. Робин, что надо? Построить здание для фермы. Так, так, так. 10 глины, да? И 5 медных слитков. 10. Это еще 3 глины. Так, глина, я так понимаю, наверное, только из жеодов. Ну, на данном этапе у меня. Я больше нигде ее не могу добывать. Это плохо, если честно. Потому что я бы хотел поставить силос, то есть лето прям по полному использовать для урожая. А не для этого. Как я уже говорил, в шахту можно спуститься и зимой. И осенью, и зимой. Хотя осенью тоже достаточно чего сажать надо, но уж зимой, мне кажется, точно будет меньше работы с огородом. А если я двигаться здесь буду, она перестает? Да, она перестает восстанавливаться. А тут еще куда-то можно пройти. А это куда я? И разница какая? Я думал, типа, дальше зайдешь, быстрее восстанавливаться будет, а нифига подобного. Такое чувство даже, что медленнее. Я сейчас возле входа последние 15 восстановлю. Угу, все.
Погнали. Вот насчет бани, спасибо. Я бы в жизни не догадался куда-то идти проверять. Это действительно вот подсказка была, которая как бы, мне кажется, когда по один играешь, до нее бы фиг когда догадаешься, то, что возле землетрясения открывает проход куда-то. То есть это вот настолько неочевидно для меня. Нет, теперь очевидно, что если здесь какое-то вот такое событие происходит, то есть за ним что-то следует. Но в тот момент, когда оно произошло, когда говорилось, типа, было землетрясение, я думаю, ну, было и было, возможно, где-то что-то случилось. Ну, там, типа, кстати, я же хотел до этой, до торговки дойти, блин. Что я вот опять? Хотел до торговки, пошел специально продался, сам до торговки не дошел. Что это за человек такой, а? Говорю одно, делаю другое. Не хватает времени, знаете, вот как в жизни. Вот были бы сутки 72 часа, все бы 72 были заняты. Я очень надеюсь, что она на том же месте. Нет, она нифига не на том же месте. А, не, здесь же. Здорово, торговка, что у тебя есть хорошего? Амлет, аккумулятор полностью заряжен драгоценной энергией. Высококачественное удобрение. Увеличивает шанс. Зеленый офисный табурет. Редкая семечка. Сажайте осенью. Вырастает в течение всего времени года. Блин, интересно, если честно. За косарь интересно. Ну и аккумулятор интересно. Я не знаю, нужен он или не нужен. Скорее всего, пока что не нужен. Раздувается, если чувствует опасность. Минус 100 энергии. Давайте я возьму редкое семечко. Хотя, блин, редкое семечко сейчас брать. Но осенью оно, наверное, не будет продаваться. Я возьму, оно же редкое. Опять же, у меня 2000 остается. И я подсолнухи так и не высадил. Блин, вот я дебил. Вы, наверное, я больше чем уверен, там гневных комментариев уже. Дебил, ты говорил, высадишь подсолнухи. Когда ты их нахер высадишь? На следующий, я опять на следующем летсплее. Ребят, сейчас идем сажать подсолнухи. В итоге прибежал, сделал совершенно что-нибудь другое. Ну вот, нифига не высадил. И, блядь, да высади ты уже подсолнухи. Так же, как мне кричали, продавай все в ящик. Сейчас, я думаю, вы понимаете, почему я не продавал все в ящик. Потому что мне нужны были деньги прямо сегодня же. Пока я помню. Так, где мои подсолнухи? Сажается осенью. Я на... Доверяя вам, иду их сажать. Потому что мне писали, ты даже не пробовал, но уже сказал, что... Они не сажаются. Из-за этого я попробую. Просто как по мне, если написано, что сажаются осенью, то я могу их посадить, но они, например, не будут ничего приносить. Либо просто-напросто пропадут. На краю пшеничного поля подсолнухи смотрятся, если честно, очень даже лаконично. А, так, здесь нечего, в принципе. Здесь это. Кальцит выкладываем сюда же. Не знаю, для чего он пока используется. Так, это сюда. Мы и несем кирку. Нам надо медь наплавить. И либо у меня есть наплавленное. 7 есть. Давайте все-таки я еще наплавлю. Кстати, я могу сделать еще одну бочку. И я ее сделаю. У меня появился. Так, и мы сюда закладываем перчик. Нет, не съесть. А положить. Так, далее. Так, далее, так, и идем кладем еще одну руду, потому что больше угля нету. Да, в шахту все равно придется идти, потому что угля нету, плюс нам нужна глина. Я не знаю, на каких этажах глина прямо больше шансов выпадает, вы-то, скорее всего, по-любому это знаете. И уже, возможно, мне отписались, то, что, блин, да глина находится там-то, там-то, что-то. И с учетом, что я уже всю неделю об этом говорю, блин, мне нужна глина, я не знаю, где она находится. Мне нужна глина, я не знаю, где она находится. Чего я бегаю с этим батоном, а? Так, мы хотели отнести кирку.
мне надо это, в принципе, и 2000. Больше, насколько я помню, ничего. Также мне надо взять лейку, чтобы сейчас полить. И мне надо взять, где удочка. Удочку, чтобы половить, пока я, если вдруг, буду ждать открывания этого кузнеца. Грядки лучше располагать, наверное, вот так вот было. Ну, удобнее разворачиваться. А здесь надо было 6 делать тогда уж, чтобы с двух сторон поливать. Так, вот здесь не дополито. Так, давайте лейку еще раз наберем. Не, удочку зря взял. Я в итоге буду... до 9 только поливать. У меня уже достаточно большой огород. Блин, но дыни приносят очень много. Я хочу посмотреть, сколько джем. Ну, наверное, как раз касательно дынь. Потому что там говорилось что-то на вроде... То, что можно переработать в вино, насколько я понял. Либо еще во что-то. То его невыгодно мариновать в джем. Типа оно наоборот теряет стоимость. А вот то, что перец, помидоры... Да блин, да собери ты. Блин, я одну и ту же полил несколько раз. Надеюсь, здесь нету показателей залив растения. Так, вроде все полил, но здесь все равно ничего не растет. Я полью, то вдруг потом скажут, блин, да там растет что-то. И там ничего не растет, там просто пропало то, что росло. Так, хмель, конечно, есть. Я не знаю, можно ли хмель. Я пока сюда выкину. Так, удочку тоже выкинем. Так, да больше ничего не будем делать. Пойдемте. Отдадим, пусть он пока что. Я еще найду на сегодняшний день, чем заняться. Чтобы я сейчас отдал кирку, возможно, он ее все-таки один день готовит. Ну вот. То есть, если я сегодня ее отдам, она завтра там будет уже готова. Хотя завтра нам тоже она не нужна еще. Наверное. Хотя в шахту надо будет уже идти скоро. Так, что тут такого? Душистый горошек. Вам щедро заплатят. Нет, у меня нету душистого горошка, и я не пойду его тебе искать. Извиняй. Я сейчас сделаю кирку, хотя можно было бы, конечно, мечку. Ну ладно. Улучшить. А, кирка, медь. Через пару дней будет готово. Но он говорит через пару, я просто не знаю, там праздник, ну как бы праздник засчитался как рабочий день. Получается, конечно, забрал ее через 2 дня. Если через пару дней... Да все равно у нас будет чем заняться. Сейчас набьем дерево. Ну вот. Так, мне надо наверх сходить. В баньку. Ну вот. Сейчас набьем дерево, построим мост. Потом сбегаем на следующий день. Как раз откроем, скорее всего, этот мост. И то, если он будет, если он сразу же делается, а не... Блин, что-то я как-то заблудился. Ну вот.
Блин, я не хотел съесть. В итоге съел жгучий перец и подошел к Эбигейл. Это очень странный поступок. Не надо так, ребят, никогда так не делайте. Не надо съедать жгучий перец и подходить к девушке. Это не очень приятно, я думаю. Ну, с другой стороны, не чеснок же. Он же тебе жгет. Не ей, мы же там не целовались, не нам еще рано. У нас еще это, даже не конфетно-букетный период, а так. Пока что только букетный, точнее... горошковый, я бы сказал. Ну вот. Душисто-горошковый период у нас. Кстати, за счет кирки мы сможем снести достаточно много камня большого. Когда ж кирка улучшится, я так понимаю, большие кирпичи. И у себя на огороде я смогу убирать. Так, черника у меня, если что, посажена. Я просто сейчас думаю, что мне там до узелка осталось. Чтоб еще летний узелок собрать. Так, давайте, наверное, пойдем рубить. Так, кирки у меня нету, я все равно сейчас даже мелкие камушки не уберу. Навряд ли, конечно, мост построится прямо сразу. То есть я просто принесу, скорее всего, его там надо будет, ну, какое-то время, типа, я просто ресурс, а он там день-два будет строиться. Либо что-то такое, но посмотрим. Я просто не знаю, сейчас отнести ресурсы, у меня-то, в принципе, уже хватает, чтобы отнести. У меня в общей сложности 300-то есть. Наверное, давайте я даже сейчас отнесу. Потому что мало ли, он там несколько дней строится. Так. Блин, 296. Чутка не хватает. Ладно, это мы сейчас по дороге набьем. Ну, у нас здесь пенек есть. С пня, конечно, мало деревяшек. Так, 301. Все, хватает. Пойдемте. Блин, не взял для крабовых ловушек. Ладно, черт с ним. И, как мне сказали, надо, если либо только ставить много и постоянно ходить проверять. Но у меня, если честно, и так. Ну, по-хорошему, вообще, я так чувствую. Тут надо прямо, ну, четко выработать себе и не сбиваться с курса. В плане того, что, например, ты встаешь с утра, сначала поливаешь, потом идешь, например, там, образно ли там, до полдесятого ты поливаешь. Потом ты идешь, проверяешь ловушки. Потом ты идешь там, грубо говоря, в шахту. Но опять же, так оно не работает. Приходить, например, в шахту в 10 часов, это уже поздно. В шахту надо идти, как по мне кажется, сразу, прямо с утра. Еще коралл. Так, ну, давайте, что ли. Да. Нет, сразу починился. Так, вот тут сразу много-много уток. Как мне кажется. Во, морской еж, он мне нужен был в этой.
в узелках. А здесь еще, наверное, возможно, какая-то рыба обитает. Кстати, а вот здесь можно рыбачить? Ну, я так понимаю, здесь какая-то другая рыба. Возможно, здесь и имелось в виду, когда я помню, я читал, либо мне писали, типа, то, что тут есть река, озера, моря и океан. То есть, вон то, вон, пристань является морем, а это, типа, уже океаном. Но хотя такого быть не может, потому что океан не омывает сушу. Ну, так, немного вам. Не, возможно, я, конечно, ошибаюсь, но, как бы, может быть, где-то какие-то острова есть, которые прямо сразу океан омывает. Но это очень-очень маленькие острова будут. Вот. Потому что так вокруг суши находятся моря. А они уже, образно говоря, как это правильно вроде говорится, впадают в океаны. Ну вот. Нет, конечно, есть по-любому суши, но глобальных суш больших нету. То есть все именно там континенты, по крайней мере, точно. Вот вокруг континентов, я поправлю сам себя, вокруг континентов нету такого, чтобы континенты омывал непосредственно какой-то либо океан. Но вот континенты омывают моря, и они уже впадают в океаны. Острова, да, возможно, из-за этого в этом и есть различие. Я не силен, это я просто свои познания, которые у меня есть. Не надо их принимать как должное, а то потом закидаете. А, вот ты этого не знаешь, ты этого, что-то нам мозги паришь и все такое. Знаю, знаю я вас, да-да-да, вы такие. Вы можете. Так. А, это сюда, устрица. А, что у меня, нигде устриц нету? Давайте сюда пока устрицу. А, так, деревяшку одну сюда. А, все, в принципе, у нас вечер. А чем мы займемся следующий день? У меня теперь такой вопрос. О, собирательство, навык обращения с топором, плюс один навыка сбора диких ягод. А что я могу? По два углевыжигательная печь и дикие семена лета. Из чего делаются дикие семена лета? У меня сразу такой вопрос. Не то. Дикие семена лета, острые ягоды, короче, понятно, каждой ягоды по этому, но я их вообще не насобирал нисколько. Так, и углевыжигательная. Превращает 10 единиц дерева в один кусок угля. Офигенная вещь, делаем. Два медных слитка и дерево. Два медных слитка. Прямо как заказывали. Деревяшку забираем. Идем, нарубаем себе деревях. Так, нет, куда я пошел? Поливать, с утра надо поливать. Куда я лепу? Я сюда ее вот сюда выкладывал. Сейчас в средний выложил, да. Средний выложил. Не надо батоном размахивать, блин. О, косаж нужна. Уже пшеница созрела. Как же она быстро зреет, а? А где коса? Коса. Лучше я полью, чем я скошу, а то тогда с киркой, я не знаю, почему у меня голова исчезла, я так и не понял, если честно. О, кукуруза созрела. Чтоб они незаметно. Не, я вижу початок, но когда... Я не знаю, какой я здесь все-таки поливал, какой не поливал. Из-за этого полью еще раз все. Так, вот эти два поливал вроде как, но... Ну, на всякий случай подолью еще. Ничего в этом страшного нету. Так, мы можем кукурузу
Да ё-моё. Да ё-моё. Да что ты... Я вот, вы же видите, что я мышкой навожу сюда. Почему он... Типа она слишком далеко, клетка, он из-за этого ее не берет. Я понимаю то, что да. То есть могли бы, ну, чуть-чуть сделать то, что автоприцеливание какое-нибудь было. Ну, это ладно, это я притираюсь, я понимаю. Это я криворукий, мне же надо как-то оправдаться, почему я такой криворукий. Вот я и оправдываюсь. У меня то, что прицеливание, захвата нету, не подтягивает лейку куда надо. Так, сегодня достаточно жарко. Кстати, я телевизор давно не смотрел. Так, пес. Блин, мне плохо я посадил, конечно, деревья. Приходится обходить. Держи. А что у тебя такая фиолетовая вода теперь в итоге? Так, забираем. Далее, пойдемте косить. Как косить, блин. Ой, косить. Я за деревом собирался. Блин, а я собрать-то смогу, оно все... Ну, я понимаю, я по траве смогу обойти, в принципе. Ну, просто то, что он по траве ходит, он еле-еле. Блин, энергия кончается. Так, пойдемте. Мне хмеля очень много. А куда можно хмель переводить? Ну, не знаю, там поставить какой-нибудь хмельной напиток, еще что-нибудь. Мельница дорого стоила, да, насколько я помню. Просто я собираю пшеницу, собираю, а если от этого... Не, ну смысл по-любому есть, потом как-нибудь много надумаю. Но есть одна проблема. То, что я уже понимаю. Тут надо будет либо возле этих аппаратов стоять, либо их надо очень много крафтить. Потому что я не могу загрузить, ну, например, сразу там медные руды той же самой. Нету возможности загрузить несколько. То есть я не 5 и 1 уголь, например, ну 5 руды и 1 уголь кружу, а, например, 50 и 10 руды. И чтобы у меня 10 само по себе наплавилось. Это реалистично, понятно, то что, ну, есть свои рамки. Если у тебя плавилька, там вот такая вот чашечка, она вот плавится, то понятно, что ты с ней в ней не можешь, блин, там 50 кубометров руды выплавить. Потому что надо, чтобы ты менял постоянно, выливал этот слиток, забрасывал новую руду, подбрасывал уголь, раздувал его и все остальное. Честно, можно вот это большое дерево срубить? Много с него выйдет? С него бы хорошо с таких деревьев какую-нибудь скульптуру целиковую. Либо на стол пустить. Сразу целиковый стол из единого куска дерева. Офигенная вещь. Так, а зачем я бегу? Мне можно же дальше надо нарубать.
рублю через дерево. Это вот перед тобой дерево стоит, а ты вот там вот, вот маленькое пытаешься. А где моя третий подсочник стоит? Я что-то не могу понять. Один здесь, второй выше. Я же три точно помню ставил. На каждый вид дерева. Я что, случайно срубил каким-то макаром дерево с подсочником? Ну тогда подсочник бы должен был валяться и упасть мне в инвентарь. Смотрите, один, второй. А где третий? Я третий не нахожу. Ну вот вообще от слова. Один, второй. Вот здесь вот где-то был третий. У меня дерево с ним завалилось, либо чего? Так, давайте, ладно, делаем. Вы мне, думаю, насчет этого ответите. Так. Слитка нету. Давайте вот сюда. Правда, близко к дому. Опасно достаточно, но... Так, но у меня медного слитка все равно нету. Вторую сделать, да. Проблема в том, что грузится только по одному. Так, это на продажу. Это надо отнести. Блин, а мне надо со звездочкой вроде с другой звездочкой. Не с такой, а с более. Так, это весенние семена. Ладно, черт с ними, пусть будут. Здесь, так. Это сюда. А, это сюда, это сюда. Короче, все сюда, 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 сюда. Секунду. А, ну да, хмель я продал. В прошлый раз. Так что все в порядке. Так, косу я выложу сюда, лейку сюда. Хлеб остается при мне. Кстати, давайте я все-таки отнесу. Мне это надо. Мне гриб надо. Что мне еще надо? Коралл вроде бы. Это надо. Если честно, вот сейчас... А, я ж могу посмотреть. Давайте я немного посмотрю. Так, да. Блатная это. Здесь ничего сейчас нету у меня еще. Здесь тоже. Это животноводство. Здесь черника, она еще не созрела. Здесь кукуруза, сразу берем кукурузу, пока помню. Берем обычную кукурузу. О. Да, не телевизор. А, кукуруза обычная есть. А, все, взяли, да? Кукуруза есть. А, далее, доска объявлений. Кленовый сироп. Кстати, вот на клёне у меня нету, я так понимаю. Так, красный гриб, морской ёж, подсолнух, возможно, утиное перо не точно, не скоро, красная капуста, не знаю, аквамарин не знаю, где брать. Такое себе, лучше гриб потратить куда-нибудь в другое место. Головаль я уже, наверное, пропустил, он, наверное, только весной ловился, хотя, возможно, так. Дубовый вино нет, здесь яблок нету. Хорошо, сейф, понятно, тут только это. Здесь до золота далеко, кварц, но только кварц могу отнести. Но могу, уже, надо будет взять кварц. Здесь по рыбе у меня ничего, потому что у меня ничего и нету. Комната искусств, вот в комнату искусств. Так, вот она. Кленовый, дубовая смола. Раз, два, и дубовую смолу могу взять. Кленового сиропа нету. Раз, два, три. Блин, одного кленового сиропа не хватит в экзотический. Древесины. Но у меня крепкой древесины нету. Так. Значит, сиропы надо взять. Точнее, не все, а дубовый. Дубовый надо взять. И давайте возьмем...
А, ну я ж могу выложить, оно ж выложит сколько надо именно, правильно я понимаю? И возьмем сразу камень, выложим в строительный узелок. Я потом донесу, кстати, вот мы сейчас еще сюда подложим десяточку. Пойдемте сходим до клуба пока что. Ну вот. Отнесем все, что у нас есть по узелкам на данный момент. Кстати, коралл я так и не нашел. Куда коралл? Нужен он? Блин, не туда. Нужен он, не нужен. Так, давайте проверим, точно ли здесь нигде не нужен коралл. Нет, нет, нет. Морской еж, кстати, вот морского ежа можно было, значит, купить сюда. Вот, возможно, зачем он и нужен. Был там продаваться. Так, здесь кленовый сироп, то есть нам уже два кленовых сиропа нужно. Дубовая смола. Ну, я не знаю, когда будет кроличья лапка и гранат, так что я... Блин, это тоже неизвестно, когда будет. Так, здесь деньги, здесь. Подождите, строительный был в самом первом, да? Или здесь у нас строительный? Здесь строительный. Нет. Да, здесь кузнечный. Потом надо будет, когда вырастет еще раз дыня, надо будет собрать дыню и купить себе оружие, чтобы уже идти в шахту с более лучшим оружием. Так, вот, выкладываем это, выкладываем это, выкладываем это. Мне осталось что-то одно. Наверное, самое простое, это будет кленовый сироп. Так, строительный. Сюда, сюда. Еще дерево, еще твердой древесины. Так, и здесь кукурузу надо, точно я помню. Так, блин, мне еще 5 кукурузы надо с золотой этой. Так, кукуруза, все. А куда морской еж нужен был? Не, ну точно, наверное, не здесь. Я, скорее всего, его упустил. Он нужен был с чем-нибудь еще, из-за чего я подумал, пока у меня все равно остального не хватает, я его выкладывать не буду. Сейчас проверю, возможно, либо в аквариуме, либо на этом. Нет, 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 значит, на доске объявлений. Да, морской еж. Сюда. Гриб, подсолнух, это-то я добуду. Может быть, красную капусту добуду. Не знаю. Так, уже вечер. Уже закрыто, да? Естественно. А, ну, открыто, но фиг ли толку. Все ясно. Ну, а получается все тогда. Мы сейчас идем, на следующий день мы сходим. В среду же не работает только магазин. Кузнец работает в среду, насколько я помню. В следующей серии я обязательно посмотрю, где еще добывается глина, кроме желудок. Ну вот. И надо будет уже непосредственно идти в шахту. Нам по-любому надо уже в шахту. А, секунду, я хочу еще древесины загрузить. Уголь мне все-таки нужен. Мне надо бочонки еще ставить. Так что уголь надо плавить. Возможно, есть. И здесь вот точно есть смысл ставить достаточно много там вот всяких бочек, всего вот это перерабатывающего. Потому что, ну, по одному будет очень долго перерабатываться. Легче один раз вложиться. И потом, чтобы я пробежался, там 5-10 сразу загрузил. Все. И забыл об этом, образно говоря. Так, ну давайте мы сейчас спим. Как всегда, прощаемся на этом. Ну вот. Игра сохранена, если сейчас никаких заставок, ничего. У нас вон джем сохранился, я сразу делаю выйти в главное меню.
А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать, вступать в группу ВКонтакте, вступать в группу в Телеграме. Там выходит как минимум расписание моих стримов и летсплеев, если хотите быть в курсе, когда что будет. Не всегда все точно, но выходит. Ну вот. Также, если хотите поддержать, то Донат Алертс вам в помощь. Все ссылочки есть в описании. Всем спасибо. Всем до следующих видео. Всем пока.